Once I've dealt with you, I promise I'll give her my full attention. Этот эликсир состоит из гранатового сока и... Как вам не стыдно? Баста! О, Стронзе! Это меня сейчас тошнит. Это бесчеловечно! Ворюга! Тебя постигнет кара небесная! Мы заслуживаем уважения, идиот. Подходи, не стесняйся. Я всего лишь лекарь. Эй, Эцу! Я знаю, что не дождусь извинений, но может быть... Доставь это по назначению. Очень быстро. Я хорошо заплачу. Ну как можно? Ну как можно так? Ардура Фреска де Джорната! Подходи, не стесняйся. Мне это снится? Лучше ведет себя смирно. Смотрите на творение! Грации! Внимание! В течение следующих двух недель в полях к северо-западу от города будет стоять отряд наемников! Внимание всех иноземных торговцев! О, грации!
Хорошо. Я просто пойду дальше. Ерунда какая-то! Дрянь! Это будет быстро! Господь всемогущий! О, как низко пали люди! О, как это гадко и омерзительно, негодяй! Как ты смеешь оскорблять мертвых? Радонатон напоминает всем добрым христианам о долге милосердия. Пожертвую можно оставлять у входа в монастырь в любой день, кроме праздничных. Он пьян? Директамента на Ленге! Guardate che meraviglia queste spigole! Он не робкого десятка, верно? Провадо
Что ты здесь делаешь, Петруччо? Тебе давно пора спать? Мне нужны эти перья. Зачем? Секрет. Если я их достану, ты пойдешь спать? Да, обещаю. У меня есть все, что вам нужно. Самые модные художники из Флоренции, Венеции, Сиены, Урбино. Для своих клиентов я собираю лучше. Ведем спор на ремонт. Все корабли, заходящие в главную гавань, я чем-то вас осердил? Налогом в зависимости от количества груза. О, боже! Ты возомнил тебя! Где же я его видел? Он кажется ужасным. Он здесь? Стронзи! Только трус скрывает свое лицо. Форзе! Форзе! Вот, как и обещал. Грации, брат. Ты так и не сказал, зачем они тебе. Я скажу. Потом. Бонжорно, Эцо. Здравствуй, мама. Как ты? Сто бене. А ты? Отошел после вчерашнего? Понятия не имею, о чем ты. Ну, конечно. Все равно, мне нужно кое-что сделать. Пойдем со мной? Кон пьячере. Пойдем. Это недалеко. Мне сказали, что ты подрался с Фьери. Подрался? Пожалуйста, не притворяйся. Он оскорблял нас. Я не мог этого так оставить. Ему приходится нелегко из-за обвинений, выдвинутых против его отца. Франческо Пацци негодяй. Но даже я не предполагала, что он способен на убийство. Что его ждет? Полагаю, будет суд. Отец выступит на суде? Ему придется, ведь доказательства у него. Жаль, что так получилось. Тебе нечего бояться. Все хотят справедливости. Ситуация неприятная, но скоро все закончится. Мы пришли. Привет, Леонардо. Госпожа Мария. Это мой сын, Эцио. Molto onorato. L'onore mio. Я схожу за картинами и сейчас же вернусь. Он очень талантлив. Imagino. Самовыражение – это очень важно для понимания жизни. Найди себе занятие. Мне есть чем заняться. Что-нибудь помимо блуда. Мама. Значит, к вам домой?
Си, си. Эцо, помоги Леонардо. Эцо, чем ты занимаешься? Он помогает отцу. А, значит, станешь банкиром? Ага. А ты художник, верно? Если честно, сложно выбрать что-то одно. Живопись — это прекрасно, но мне кажется, что моим работам не хватает, не знаю, целей. Понимаешь? Я бы хотел заняться чем-нибудь полезным. Архитектурой или анатомией. Просто запечатлять красоту мира – это недостаточно. Я хочу изменить его. О, Леонардо, я уверена, что тебя ждет великое будущее. Виринграцио, Мадонна. Благодарю вас. Спасибо за помощь, сынок. Можешь заняться другими делами. Было приятно познакомиться, Эцио. Надеюсь, мы еще встретимся. Анкио. Эй, Клаудия, как дела? Бене. Что случилось? А, это Дуччо. А в чем дело? Кажется, он мне изменяет. Кто тебе сказал? Девочки. Я думала, они мои подруги. Тебе не стоит дружить с ними. Я его любила. Нет, ты только думала, что любишь. Он поплатится за то, что сделал. Жди меня здесь. Я поговорю с ним.
Чё? Какое оно красивое! Для тебя только самое лучшее, амор мио. Но как же Клаудия? Я думала, ты обручён с ней. Отец сказал, что мне нужна невеста получше. О, Бирбанте! Пойдем, погуляем. О, у меня на уме кое-что другое. О, Дуча. Эй, ты, свинья! Эцио, друг мой. А, что за счет? Ты оскорбляешь мою сестру, разгуливая с этой шлюхой. А о чем ты? Я видел, как ты подарил ей кольцо. Если бы твоя сестрица не дрожала так за свою честь. Ты разбил ей сердце. Ха! А тебе я разобью морду. Все в аудитории хвостуны. Но когда доходит до дела... Ты пожалеешь о том, что открыл рот. Я мог бы многому научить твою сестру. Ей повезло, что тебе у нее что? Был я. Бастардо! Покончимся! Фу, как не стыдно! Баста, не Арендо! Держись подальше от моей сестры! Извините, убирайся! Есть более достойный путь! Выгода! Возможно, это надо присмотреться. Баста, баста! Нет, только порочный человек. Боже, какой ужас! Прочь отсюда! Ляжет на твою душу, вор.
Лечу всех. Муж, подлец, мне изменяет. Я знаю это. И все соседи тоже. Пожалуйста, проучите его. Пусть лучше ведет себя смирно. У меня есть обычный... Зачем? Кажется, ужасно. Он там, вперед! Баста! Ждет вас. Посмел замыслить такую мерзость? Гнусный бог! Этот пл... Вот он! За ним! Боже! Бегите! Бегите! Проклятие! Я сдаюсь! Это сука! То есть, моя прекрасная жена! Я иду домой!
Ну что, покидаемся? Эдсо, входи, сынок. Эти пакеты нужно доставить моим компаньонам в городе. А еще я прошу тебя сходить в голубятню и забрать сообщение для меня. Ва бене, я все сделаю. Когда закончишь, возвращайся. Нам нужно еще кое-что обсудить. Сынок, постарайся избегать неприятностей, м? Ты сынок Джованни? Нет, болван. Случайно этот парень выглядит точно как он. Давай сюда. Не волнуйся, парень. Мы не заразные. По крайней мере, я. Сюда, я здесь. У меня пакет от... Джованни Аудиторе? Да. За тобой следили? Нет. Зачем кому-то следить за мной? Дай мне пакет. Они выезжают ночью. Пусть твой отец поступит так же. Кто выезжает? Что происходит? Стой, вернись. Объясни мне. Сеньоре, стало известно о том, что некие юноши ради забавы лазают по крышам.
Это не преступление, но учтите, что забава кончится, когда кто-нибудь разобьется. Отец? Федерико? Мисс Эрецио, простите, я ненарочно. Что случилось? Где все? Вашего отца и братьев отвели во дворец сеньории, в тюрьму. А моя мать и сестра? Эцио. Клаудия. Все в порядке? Да, но мама... У нее шок. Она сопротивлялась, и они... Здесь небезопасно. Можешь отвезти их куда-нибудь? Да, да, к моей сестре. Хорошо, так и сделай. А я пойду к отцу. Осторожней, мессер Эцио. Стражники искали и вас. Убирайся отсюда, Столтон! Эцио. Отец, что случилось? Они избили меня, но это ничего. Что с матерью и сестрой? Они в безопасности. Их увела Анетта? Да. Постой. Ты знал, что это произойдет? Я думал, что все будет несколько иначе. И не так скоро. О чем ты? Объясни мне. Нет времени. Слушай внимательно. Возвращайся домой. У меня в кабинете есть тайник. Постарайся найти его. В тайнике сундук. Забери из сундука все. Кое-что в нем может показаться тебе странным, однако все это важно. Понял меня? Да. Хорошо. Кроме всего прочего, в сундуке ты найдешь письмо и документы. Бумаги нужно отнести миссеру Уберто. Сегодня утром он был у меня. Гонфолоньер, я помню. Но объясни мне, что происходит? В этом замешаны паццы? В голубятне была записка для тебя. В ней... Иди отсюда. Уходи.
он напоминает всем добрым христианам о долге милосердия. Пожертвование можно оставлять у входа в монастырь в любой день. Кроме праздничных. Плачу! Стой! Вот там! Взять его! Ха-ха! Ерунда какая! Та, дрянь! О-о-о! Как вам не стыдно? Дрянь! Еще увидишь, что с тобой за это будет. Какой грех. Бог тебя накажет. Вам не стыдно? Варгония! Ай, дрянь! Позор! Животное! Чтоб тебе в аду гореть! Подходи, не стесняйся. И болотные пиявки исцеляют... Впечатляет, но лучше держаться подальше от стражи. Thank you.
Разве это не опасно? Пожертвования можно оставлять у входа в монастырь в любой день, кроме праздничных. Всем
юношам подходящего возраста. Городская стража набирает добровольцев в уличные патрули и резерв. Зачем служить наемникам, когда можно защищать честь республики? Отец сказал, что здесь есть дверь. Нужно отнести это мессеру Уберту. Эй, уберите мечи. Вы же хотите арестовать меня, да? Нет. Так чего ты хочешь? Чтобы ты умер. Ну, этому не бывать. Может, обсудим другие варианты? Относись к умершим с почтением. Добрые люди, подходите, покупайте. Значит, в другой раз, сеньор. Подходите, друзья. Сегодня у меня свежие пиявки. Внимание, сеньори и столы. Давай. В моей лавке только самые молодые. Я видел его! Он там! Жалки, бесчеловек, трогай, негодяй! Это безумие! Господь отпустил тебя грехи! Безумцы! Безумцы! Просто оставьте меня! Господь всемогущий! Мертвые не могут защищаться, верно? Люди! Эцо аудитория? Что ты делаешь здесь в такой час? Это я не... Погоди, сынок. Отдышись. Отдохни. Мой отец и братья в тюрьме. Мне поручили передать вам это. Теперь все ясно. Это недоразумение, Эцо. Я все улажу. Как? В этих документах
содержится доказательство заговора против твоих родных и города. Утром я представлю их на заседании суда, и твоих родных освободят. Спасибо, сеньор. Конечно, сынок. Тебе есть где переночевать? Можешь остаться здесь. Но, грация, я буду ждать вас на площади. Не волнуйся, Эцио. Все будет хорошо. Подходите, уважаемые клиенты. Нет, не думаю. Похоже на то. Зачем это? Мы раньше не встречались. Вперед! Вот так рушатся надежды. Уходите отсюда. Уходи отсюда, восстанься. Тебя не приглашали. Нет, только порочный человек будет обирать. Простите, сеньор, я разгневал вас. Я ухожу. Этот эликсир состоит из гранатового сока и свинца. Ежегодный праздник Сан-Джованни принесет радость всем флорентийцам. Мастера гильдии желают всем успехов в новом году. Внимание! В связи с разливом Арно ведем спорт на ремонт. Джованни Аудиторе, вы и ваши сообщники обвиняетесь в измене. Чем вы можете доказать свою невиновность? Документами, которые были доставлены вчера тебе. Я ничего не знаю об этих документах. Он лжет. Надо подобраться ближе. В отсутствие каких-либо убедительных доказательств обратного, я вынужден признать вас виновным. Вы и ваши сообщники приговариваетесь к смерти. Это ты, изменник, Уберто. Я один из них. Сегодня ты убиваешь нас, но когда-нибудь мы убьем тебя. Клянусь, мы... Отец! Эй! Хватайте мальчишку! Он один из них! Ты поплатишься за это! Стража! Взять его! Об от этого! Беги отсюда, парень! Поскорее! Река Арно снова разлилась. Я его не вижу. Пошел, скотина.
У меня к тебе небольшая просьба. В Италии времен Возрождения я нашел несколько мест, отмеченных странными знаками. Я не знаю, что все это значит, и хочу, чтобы ты это выяснил. Ребекка отметила их координаты в базе данных. На карте они отображены значками в виде глаз и сиянием. Найди их. Мессер Эцио, слава богу, я ищу вас по всему городу. Мне не удалось помешать им. Я пытался, клянусь, но их было слишком много. Пойдемте со мной, вам нельзя здесь оставаться. А что с моей матерью и сестрой? Я отведу вас к ним. Нет, нас могут увидеть вместе, это слишком опасно. Скажи, где они, я приду туда сам. В доме моей сестры, к северу от собора. Я иду туда. Подходи, не стесняйся. Если вы купите 2-3 в тех или... Должно быть, он так ходит из-за Илка Касангу. Бонжор. Не стесняйся. Забавный капюшон. Поспите. Я его уже видел. Да уж, он проворный. Ты когда-нибудь видел такой плащ? У него неплохой портной. Где шьют такие плащи? Милан? Кто научил тебя так двигаться? Thank you.
странный плащ. Я уже видел. Тебе нужна медицинская помощь? Где же я его? Он как? Он здесь! Странный малый. Браво! Отпусти! Подать с дороги! Ничего, ты не уйдешь! Черт, он уходит! Вот он! За ним! Я не вижу. Где он? Было. Должно быть, совсем заработалось. Как это? Мольто грация. Я должен уйти скоро. Прямо сейчас. Подходи, не стесняйся. Hmm?
Кто научил тебя так двигаться? Настоящее мастерство. Это же... Доброго дня. Дио Дачелло, он кого-нибудь убьет. Это моя. Портного Балтазара! Заходите к нему! Посмотрите на творение настоящего мастера! Еще один кондотьер.
Видите, друзья, с тех пор, как открылись новые шахты, мои цены рухнули. Скидки, скидки, скидки всем. Это он. Меня странно делает. Я уже его видел. Ну, да, задай им жару. Отходите, друзья! Свежая овечья моча и припарки из розмарина для вас!
связи с ним плачу. Вот забавно. Показали нашей делегации свои голые зады. Наемник. Аллегро, где мои деньги? Сеньоре. Какая необычайная дело. Гильдия Арте дель Камбио предупреждает. Не имейте дела с Пентиволио из Болонии. Запрет будет снят только после того, как Пентиволио вернут долг уважаемому члену гильдии. Возможно, это нужно рассмотреть и тут. Не имеешь права быть здесь. Откуда он? Я знаю его. Нужно рассмотреть его получше. Забавная ты обезьяна. Я знаю этого. Thank you.
Этот идиот что-нибудь сломает. Рите Бенеки, где ультим. Это действительно рискованно. Маке? Для чего это Данца дель Дьявола? Бонжорно. Ну что, покидаемся карликами. Боюсь, это не тот дом. Нет. Нет, это он. Рада познакомиться с тобой, месье Реццо. Анетта хорошего мнения о тебе. Понимаю, почему. Спасибо на добром слове, Дона... Типрего, зови меня Паула. Спасибо за то, что приютили мою семью, Паула. Не стоит благодарности. Ты, должно быть, устал. Может, приляжешь? Нет, грация, я не могу остаться. Почему? Куда ты собрался? Убить Уберто Альберти. Я понимаю, ты жаждешь отомстить. Но Гонфолоньер опасный противник. А ты не убийца, Эдсо. Не нужно нравоучений. Но я сделаю из тебя убийцу. И вы хотите научить меня убивать? Не убивать. Я научу тебя, как остаться в живых. Пойдем. В моем ремесле главная осторожность. Мы должны свободно ходить по улицам на виду, но невидимые. Ты тоже должен уметь научиться смешиваться с толпой. Девочки научат тебя. Мы позаботимся о тебе. Что, нравится? Привет!
Лачу! Он там, он не то. Лачу! Отпусти меня! Задаем жару! Покажи! В моем ремесле главная осторожность. Мы должны свободно ходить по улицам на виду, но невидимые. Ты тоже должен уметь научиться смешиваться с толпой. Девочки научат тебя. Привет. Как думаешь, откуда он? Бене, теперь, когда ты умеешь сливаться с толпой, я покажу тебе, как этим пользоваться. Научу тебя воровать. Вор! Вор! Эцио, если ты что-то украл, не стой столбом. Можете идти, девочки. Это обязательно? Он такой невинный, такой милый. Теперь, когда ты научился подходить к врагу, нужно подобрать тебе оружие. Что вы мне посоветуете? О, ведь у тебя уже есть ответ. Эй, меч и наручи моего отца. Откуда они у вас? Я использовала то, чему научила тебя. Они не в очень хорошем состоянии. Полагает, ты знаком с Леонардо да Винчи? Си. Но при чем здесь этот художник?
Отнеси ему эти вещи и увидишь. Прежде чем уйти, могу я задать один вопрос? Конечно. Почему вы помогаете мне, чужаку? Я знаю, что такое предательство. Тебя здесь не место. Уходи. Внимание! В связи с разливом Арно. У меня есть то, что вам нужно. Может, в чулане или еще где? А, это очень рискованно. О, Эцио Аудиторе! Не думал, что снова увижу тебя. О, я совсем забыл о манерах. Добро пожаловать. Итак, чем я могу помочь? Я думал, не починишь ли ты мне кое-что? Конечно. Пойдем сюда. Ох, какой бардак. Я целый день искал. Так, сейчас я расчищу место. Хорошо, давай посмотрим. Поразительно. Не знаю, Эцио. Вещь старая, но довольно хитрой конструкции. Никогда не видел ничего подобного. Боюсь, что без чертежей я ничего не смогу сделать. Медиспиаче. Стой. Что ты делаешь? Этот текст зашифрован. Если моя теория верна, то, судя по этим рисункам, может быть, что... Может быть, что? Присядь. А, Леонардо. Ш-ш-ш. Если мы подставим буквы, а затем выберем каждую третью... Вот, готово. Что, готово? Клинок. Мне удалось расшифровать твой пергамент. В нем написано, что нужно делать. Теперь нужно отрубить тебе безымянный палец. Верамента? Извини, но это обязательно. Владелец клинка должен доказать свою верность оружию. Бене, только побыстрее. Я пошутил. Когда-то этот клинок требовал жертв, но его переделали. Можешь оставить свой палец себе. Невероятно. Это точно. Скажи, нет ли у тебя других страниц? Извини, только это. Слушай, если тебе вдруг попадется еще одна, пожалуйста, принеси ее мне. Конечно. Спасибо за то, что починил. Это стража Флоренции! Откройте дверь! Минутку. Жди здесь. Вы Леонардо да Винчи? Си, чем могу служить? У меня к вам есть вопросы. Разумеется.
А в чем дело? Свидетель утверждает, что вы общаетесь с врагом города. Что? Я? С врагом города? Чушь. Когда в последний раз ты видел Эцио Аудиторе? Кого? Нон фаре ин финто тонто. Мы знаем, что ты был другом этой семьи. Может, это поможет тебе вспомнить? Готов говорить? А сейчас... Ну что, хватит? Он тут... Грация, Эцио. Извини, что так вышло. А, ничего, и грубость меня не удивляет. А тело? Втащи его внутрь, к остальным. К остальным? Их дает мне город для опытов. Туда. Видишь? Никаких следов. Спасибо, Леонардо. За все. Пожалуйста, запомни. Если найдешь похожие страницы, принеси их мне. Если в них будут чертежи, я смогу улучшить твое оружие. Конечно. А теперь мне пора возвращаться к Пауле. Порджиле эмея маджи. Свежие пиявки! Наемник? Кому нужно пустить кровь? Зачем они должны быть? Что он скрывает? Он там! Знаю. За ним! Точно знаю! Покажи им! Покажи им! Братишкина! Черт! Надо бежать! Нужно уходить! Отстань! Давай, давай! Надо бежать. Ох, анимали, помогите!
пожалуй, пойду за помощью. Нет, просто пойду отсюда. Плохо дело. Кругом сплошь мертвецы. Пойду-ка я. Новая жертва. Великого дела. Неужели это никогда не кончится? Какой невинный моряк. Лучше я отойду в сторону. Зачем это? Пошел, не дайте ему уйти. Давай. Покажи, на что способен. Убей, убей, далеко уйдет. Он уходит. Нужно, я вижу его. Он там. Кажется, я разозлил вас.